У нас через пару лет, наверное, уже будет 40 лет клубу, я так посчитаю. Да, у нас... Случай уникальный просто. Скажите, вот в чем секрет вообще такое долголетие? Это, то ли это близость к власти, может быть, что возможности какие-то, территории или еще, или это просто, вы знаете, я так, честно говоря, про себя думаю, что это, наверное, наше поколение, вот образ жизни, да? Вот, вот ваше мнение, расскажите. Ну, я на ваш вопрос начал бы с окончания его отвечать. Наверное, вы правы в том, что действительно это поколение людей, которое стояло у истоков создания этого клуба, а это был 67-й год прошлого века и тысячелетия, 1967 год, в то время группа молодых ребят, комсомольцы, самые, как говорится, активные люди в тот период, любящие волейбол, любящие спорт. И группа партийных работников, которые работали в Московском горкоме партии, инструкторами. Они собирались, играли в волейбол, так сказать, естественно. Потом у них появилось желание чаще встречаться, чаще играть. Необходимость, потребность была. Они вели активный образ жизни, спортивный. Любили быть в коллективе, любили быть вместе, общие интересы были. А люди были самые, можно сказать, продвинутые в том плане, ну что такое бывшие комсомольские работники или в те времена партийные работники. Это были самые активные, самые коммуникабельные люди, самые энергичные, что ли. Вот они через правком горкома партии арендовали тогда в школе в какой-то школьный зал, ходили, как секция волейбольная, ходили, занимались. И был самый такой, заводила был из них, самый главный, что ли, такой закоперщик всего этого дела, это Ведяпин Василий Алексеевич, который вот их смог объединить, общались они, играли, начали потом ходить, используя свои там связи, знакомых, на Цветной бульвар, в зал «Динамо», где тогда сборная СССР, женская команда играла, тренировалась в спортзале на Цветном бульваре. Они туда стали ходить после этой спортивного зала школы, туда. По субботам вот выбрали день, потому что работа не регламентирована у партийных работников была. И вот такой костяк ребят, молодежи, потом ставших партийными работниками, актив это был в основном инструктора горкома партии, отдельные там более крупные уже руководители, заместители заведующих отделов, плюс секретари райкома партии, комсомола, они вот в 67-м году как начали ходить. И все более активнее, более организованной становилась эта группа.